Смотрите уже на этой неделе. Искусство и мода. Каким образом они связаны и как переплетаются в нашей жизни, рассказывает Эвелина Ведом. Не только для девочек. Международный фестиваль авторской куклы в Таллине собрал мастеров-кукольников со всех уголков мира. С мастерами беседует Илья Нартов. Боди-арт и мейк-ап, прически и фулл-фэшн. Александр Хоботов побывал на фестивале New Step в творческом городке Теллискиви. Команда Брависсимо представляет детский хор «Радуга». Рабарбар. Наша культура. Каждый вторник в 20:30 на ЭТВ+.